Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру по названию Shadow Warrior. Так, мы, короче, прибыли в город, как вы помните, в прошлой серии. Мы прокачали способность, у нас новые враги появились, которые умеют стрелять. Так, здесь у нас больше ничего нет, подожди. Это патроны. Нормально. Давай, приятель. Ну же, ну же. А, я теперь тебя понял. Я люблю демонов по утрам. Хорошо. Ну, понятно, что очень херово, потому что я... слабо все это делаю. Ну, в смысле, в слабом, медленно. Все равно клетки как будто, знаете, из игры это. А, мини-ниндзя есть игра, так и там ломаешь клетки, и оттуда монетки выпадают. Ничего не открывается. Вот туда попасть можно, стоять. Ух ты. Изи. Ладно, нам больше никуда не пройти. Ну, я знал, что это тоже взорвется. Это очевидно. То есть, видите, здесь есть и такие, которые именно спрятаны-спрятаны. Что нужно всматриваться вверх. Так, а выше там нигде больше нет где? Если я типа оттуда мог бы куда-то дальше запрыгнуть. О, шериф. Посмотрим, взял ли он с собой достойное оружие. Да ладно, не ломается. Давайте, а хоть я не запрыгнул, ладно. Пускай восстанавливают. Мне бы посмотреть... Блин, может, я не знаю, какие двери открываются, а какие нет. Но нам сейчас новое оружие дадут, это 100 пудов. Блин. А зачем я это делаю, если могу сюрикен метнуть? Бац. Давай с... Кто же в здравом уме ставит? О, черт! Пожалуйста, взорвись, пожалуйста, взорвись, взорвись, давай! Кавабанга, придурки! Вперед! Нам нужно поймать ее, Ванг, прежде чем хозяина. И прислал в деревню правитель царства теней. О, красота! Мне еще что-то предстоит сделать? Наверное, да. Но я не хочу тебя расстраивать. Слишком поздно. А вот здесь, ребята, отсылочка, только, блин, нужно... Вот, чтобы они начали. Блин! Все, я просрал этот момент. Сейчас они начнут заново это делать, может быть. Нужно, короче, убить одного зайца. И будет пасхалка. Во! Демонический кролик! Замечу, что он нападает. Все, мы его убили. Ну, вы понимаете, да? То есть тебе не обычный зайчик, а демонический зайчик. Ну, что сказать насчет нашего автомата? В принципе, довольно неплохо. Давайте прочтем сначала про него.
Может, даже его вкачаем. Ну, я фрюрю. Навряд ли я буду пользоваться вообще оружием. Так, назад. УЗИ Z-Type. Известно своей крайне низкой отдачей. Это недорогой пистолет-пулемет. Ценится среди как наемников. Среди как наемников, так и террористов. Значит, у нас либо коп был одной из двух, или наемник, либо террорист. Так, Клин Иствуд. Удерживайте ПКМ, чтобы активировать этот альтернативный режим огонь. Ну, понятно. Прицель. Так, прицельте ствол. Этот ствол специально изготовлен для стрельбы смертоносно-разрушительными пулями, которые наносят на 20 больше урона. Лазерный прицел. Лазерный прицел значительно повышает точность. Давайте, типа, куплю пулем. Ладно. Я не думаю, что нам скоро дадут для катаны. По этому. Легкослова это срабатывает. Не, давайте, наверное, УЗИ еще вкачаем. Лазерный прицел. Клинт Иствуд. Ну, такой, ладно, нет, все. Мы вкачали урон, это на всякий случай, это крайний случай будем использовать. И то, может быть... Очень много клеток. Ну, замечу, что я не могу, типа, бегать. Не дают мне ломать клетки. Как это было бы не странно. Крутящий удар, это который мы в следующем прокачаем. Это который мы вкачаем в следующем. Тоже не ломается, ладно. Конфуций говорит, что легко ненавидеть и трудно любить. Фрэнки говорит, расслабься. Так. Сразу книжки портим. Мне кажется, меня уже должны были апнуть, на самом деле. О, да ладно. Прикольно, шкаф, который можно разрубить. А, деталь пропала. Оп. Поехали. Кто-то, видите, оно мешает здесь. А, это свет. Альтернатива. Я говорю, я уже столько предметов, по идее, мне должны третью дать достиженку, связанную с этим всем. Ладно, стоп хп. Так, стоп хп. Поехали дальше. О. Фу, я думал. О, бога, какая сцена. В принципе, я потом могу обратно пойти. Давайте взорвем машину. Ну, такое. Вот это типа мощный взрыв летит. Видите, типа враги нас не видят, ну такой, ладно. Вот я перезаряжусь. А, у меня нормально. Поехали, ребят.
You going to do something or just stand there and bleed? Ой-ой-ой. They sure do smell like burnt taint when I do that. Да ты куда ты делся? Фух. Ну понятное дело, что с автомата я был бы быстрее. И убил бы их намного быстрее, но я то не с автоматом. Так ведь. Подожди. Так, это защита. Так, очко кармы у нас есть. Так, понятно, нам туда. Сейчас мы очко это заюзаем, подождите. Серьезно? Я не могу сюда залезть. Найс. А я туда хотя попасть вообще могу? Но эти типа ломаются. Я не знаю, сколько я вообще могу сюркенов юзать, но я вижу тут, когда есть такое. Хочу пролезть, туда можно пролезть, наверное. Реакция такая сильная. Типа серьезно, нельзя туда пройти? Хотя там, знаете, именно, ну как объемно такой, можно типа зайти. А вот насчет дальше. Ну, в принципе, там ничего не нажимается, поэтому. Ладно, не знаю. Проверки. Что у нас еще тут было за активность? Дом. Так, это патроны. А, поезд. О, ну, я так и знал, в принципе, что сюда я смогу залезть. Это было очевидно. Ваше печенье требует обновления. Здесь прочные коробки, да? Здесь деревянные коробки, которые хер откроешь. Ну все. Что это за дергание? Так, давайте мы с вами прокачаемся. Так, это в магии, да, кажется? Нет, навыки. Так, поехали, навыки. О чем мы с вами там разговаривали? О здоровье, да, кажется? Доп здоровья. Это нет. Или силы. Урон поднимал. Ну такое. Можно круг стали попробовать вкачать, слушайте. Но мне бы. А защита? Или это не здесь была защита? Мастер клинка, восстановление. Круг и стали. Мне бы круг и стали прокачать. Лиза, ну, почти опаснее. Это я превращаю силу и мощь себя каждую. Больше урона. Блин, ну... Не знаю, но мы с вами в основном юзаем щит, поэтому... Блин, не знаю. Ощущение души длится на 50 дольше. Больше. Врач.
Сверх. Ну, блин, это нужно искать аптечки. Аптечки тяжело найти. Больше урона. Блин. Нет, убийца. Это такое себе. Угу, хранилище, запас энергии, ху-ху-ху-ху. Вооружен. Холодно больше патронов. Может, крит-удар прокачать? Ну, блядь, 5% это мало. Ладно. ХП вкачаем. Показалось, музыка поменялась так быстро. Поговорим о древних. Зачем им понадобился набираться кица? Древние – бессмертные существа, они управляющие царством теней, и ничто не может бросить им вызов. Ясно? Кроме меча. А, так им нужен он? Да. Прикольно. Я, во-первых, вижу там статуэтку. Или тут просто огонь горит. Там, где я разрезал, там я уже был, значит, все. Ой, привет. Пока. Хотя... Вот это развилки вот мне немного напрягают. Не, думаю, не стоит трогать их, да, на этот раз. Так, этот фонарь мы сломали. Давайте я лучше серьезно буду фонарь ломать. Потому что фиг его знает. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Так, ну, в принципе, здесь больше ничего такого нету, да? Серьезно. В лабиринте ничего не добавили. Вы надоели клет. Хотя, подожди. Какой факт того, что здесь просто так он стоит? Ладно, плевать. Уэ. Поехали. Ну, они мне по три, короче, наносят. Ну что, нравится вечеринка? Ну, они типа мне по три наносят. Ну, такое. Раз, два. И идем и сразу смотрим по сторонам. Может быть, тут есть тропинка секретная. Может, фонарь включить на всякий случай. Хотя... Не, за кроликов нихера не дают. Не буду трогать королей. Право. Ты что, там есть аптечка? Круг из стали не активирован. Ладно, идем за аптечкой. Ага, теперь попробуй. А, вот она. Хотите попробуем с автомата ебнуть всех? Я думаю... Го. Хотя у меня есть восьмерочка. А, не, нету. Ну, мы их расстрелим. Что посеешь, что и пожнешь.
такое на самом деле. Типа да, мы их расстреляли. Ну, и на это. Блин, ну как здесь серьезно ничего нету? Не может быть, чтобы в бамбуковом лесе ни хера не было. Ладно, пойдем дальше. Это переход на локации. Что, и летающие бывают? Так, я тоже их увидел. Стой, там что-то есть. Мысли, блядь. Ты чё такой? Это бамбук поднимается в воздух? Серьезно? А вот того, что пошло? Ну, типа, я громилу увидел. А можно к ним не идти? Громила, мне кажется, он мне немного нападает. Ну, если честно, не немного. Серьезно. Давайте сначала к дереву. Ясно. Лучше не бегать. Лучше осторожно идти. Так, наверх не залезть. Прикиду, сейчас они с воды как выпрыгнут. Ну и так можно. Они типа пожирают хп демонов. А, они демонов, видите, пожирают. И становятся себе подобными. Мне начинает это нравиться. А мне не очень. Нет. Так, с ближниками я буду сражаться вот так. Да. Так, похоже, что Лованга оказался им не по зубам. Так, я, кажется, что-то там получил, да? Нет, а набрали взрывные машины. Ни в какой нельзя войти. Подождите, я где-то лестницу видел вверх. Или это была не лестница, а платформа обычная? Вот эти именно. Чик-чик-чик. Походу, что там. Привет. Ты из Ninja Blade, да? Освободить никак, да? Айс. Еще пасхалка. Так, подождите, я, если не ошибаюсь, я что-то получил. Или то просто... А, то это было. Все, нормально. Хил. Получен. Невидимые стены, ладно. Все-таки они есть в игре. Так, вот это может быть теперь опасным потихоньку, потому что мы видели с вами гиганта. И я знаю то, что мы видели. Поэтому нихера не сработает. Я буду просвечивать, чтобы... Ну, понятное дело, что... Вот, дорожка, иди по дорожке. Ни хрена себе.
Мне кажется, что я там могу застрять и потом не вылезти. Так, и вот это вот намек на то, что туда можно попасть. Скорее всего, с другой стороны. Ну, я думаю, типа, в крысу они не должны напасть. Почему он один и почему он красный? Вот то, что он один, меня он пугает. А музыка не утихает. Я слышу, но я не вижу. Может, он, как и я, полетел за текстурой? Так, в смысле? А, чё, они с этой стороны? Я думал, так, не понял. Мир, труд, лаванг. Один тайник. Кажется, придется обойти. Кажется, мы сейчас, когда начнем ходить, там будет здорово. Типа за одного нам дают 100, да? Хорошо, сюда мы еще вернемся. Так, а тут просто проход, хорошо. Фонари, фонари, прожектор, не ломается. Еще фонарь. Окей. Ну, вы помните, когда мы по мосту шли? Не мы шли. А когда будет босс? Подожди. Вот это мне вот немного интересно. Все-таки. F5. Шанс того, что... Ну, это арена. Новая же. Рискнем. Поехали. Это большой разум? Воу-воу. Я понял тебя. Ух ты ж, я знал, что ты что-то компенсируешь. Ну. О. Ну, а с вами можно и так разобраться. Мы что-то с вами понимаем, да, ведь, ребят?
Ой, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Как тебе огонь? Да, 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 да. Кровожадный, кровожадный. Вы большие демоны, страшные. Но я страшнее. Еще? А, все. Фу, а вот это было сильно. Типа, нет, это серьезно было жестко. Именно по врагам. Ну понятно, что босс первый. Но мне кажется, это, ребята, довольно и не босс. Если сломаю голову, может мне что дадут? Типа, знаете, в основном будды некоторые без голов ходят. Но... не знаю. Посмотрим. А ну-ка. Ну, здесь уже Будда. И здесь Будды нет. Типа, я не знаю, место, по сути, хорошее. Это чтобы, знаете, со спины не нападали. Ладно, ну понятно дело, что я сейчас туда пойду. Давайте я прокачаюсь. Ой, не то нажал. Sorry. А можно, в принципе, скачать хп еще? Угу. Круг стали. Ну, блин, круг стали я не буду вкачивать. Убийца демонов. Ну, блин, здесь большие демоны, скорее всего, это он и был. Быстрое восстановление. Знаете, как использовать энергию и быстро восстанавливать свои заряды силы. Такое себе все здесь. Больше патронов. Давайте хп еще вкачаем. Не знаю, блин, мне хп бы вкачать. Здоровье тоже неплохо. Врагов появляется нам больше. Но я еще не подыхал, поэтому нормально. Ладно, давайте еще хп вкачаем. Вкачаем, короче, до конца вот это, а потом я буду думать. Дальше будем думать. А, уровень завершен. Я все нашел. Вот это мы с вами реально нормально прошли. Очки за миссию. Ну, я все равно не все деньги собрал. Найдены... Главное, чтобы были все найдены тайники и все. Так, круг из стали. Так, вижу канализацию. Банк или что, потому что деньги летают. И снова пещеры какие-то. Не забывайте использовать магию исцеления. Ее можно применять когда угодно. Мы будем вкачивать защиту и магию. Как видите, защита, допустим, очень сильно защищает. Ну, конечно, кроме гиганта. Глава 3. Духовное слабительное. Ну, мы с вами, понятное дело, что уже заканчиваем, ребят. Найдите голема и забрать... Я вот не знаю, как я буду с ними вот сражаться. Ладно, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.